столице Поморья очередная коммунальная беда. Почти 9 тысяч жителей домов в районах улиц Вучийского, Шабалина, Воскресенская и Обводный канал остались без отопления и горячей воды. Коммунальное ЧП случилось накануне в 14:30. До сих пор проблему не удалось устранить. Утром только не было холодной воды. Вчера, со вчерашнего дня горячий. Но сегодня вроде бы горячий дали. Мы с утра не были дома, поэтому не знаю. А отопление отключено. Только не знаю, с какого времени. Все. То есть вообще холодные батареи? Абсолютно. Вообще абсолютно холодные. Сотрудники городских теплосетей обнаружили на трубе диаметром 630 мм дефект. Из-за этого пришлось ограничить подачу тепла в 101-м жилом доме, в том числе и в двух детских садах. Руководство уверяет, что жалоб от родителей не поступало. Устранить проблему обещают сегодня к 13 часам дня. До 16 часов энергетики проведут пусконаладочные работы. Сейчас проводятся работы по замене участка трубопровода длиной 5 метров. Ремонтные работы закончатся до 13 часов. Полностью восстановим нормальное теплоснабжение, это и вода, и горячее, и отопление, к 16 часам сегодняшнего дня. Из-за ликвидации дефекта на обводном канале образовалась автомобильная пробка. Несколько участков асфальта разрыты. Одну раскопку энергетики обещают забетонировать сегодня, а завтра по ней уже можно будет ездить. Вторую, более глубокую яму устранят в понедельник.